Всем привет! Продолжаем занятие нескучным сольфеджио. Сегодня поговорим о ключах и отмычках. Про скрипичный ключ я вам уже немножечко рассказывала, про ключ соль. А сегодня поговорим еще и про басовый ключ, ключ фа. Для чего вообще нужны ключи? Все очень просто. Для перехода в разные регистры. На фортепиано 88 клавиш. И чтобы было удобнее записывать, придуманы ключи. Все, что играется в первой октаве и выше, записывается в скрипичном ключе. Вот так пишется скрипичный ключ. Рисуем ноту соль, делаем улитку, петельку и ручку от зонтика. Давайте еще раз покажу. Нота соль, улитка, петелька и ручка от зонтика. Все, что играется в малой октаве и ниже, пишется в басовом ключе. Вот так пишется басовый ключ. Ставим на ноте фа малой октавы точку, делаем запятую и две точечки, обозначающие, что это нота фа малой октавы. Точка, запятая и две точечки. Вот так располагаются ноты в скрипичном и басовом ключе. Существуют еще музыкальные ключи, но эти основные, скрипичный и басовый, их просто надо запомнить. Продолжение следует.